Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota новых 2000 года выпуска, 4WD, автомат, бензин. На этом автомобиле мы заменим втулки переднего стабилизатора. Стабилизатор я снял, втулки изношенные. Сейчас покажу, какой будет у нас новый. Также мы заменим новые втулки на стойках стабилизатора, которые стоят в верхнем рычаге. Тоже поставим их оригинальные. Для этого я поднял автомобиль, посмотрел. Сначала думал, легкой кровью обойдемся, не будем ничего менять, а может подожмем, где-то что-то подложим. Нет, здесь надо брать и менять. Поэтому сейчас ездили, привезли внутреннюю втулку. Вот такая вот резиновая втулка и вот такая металлическая втулка. Сейчас мы их поменяем. Для этого откручиваем вот этот болт и снимаем стойку стабилизатора. Как видно, она здесь вот так вот болтается вся. Стук идет, как будто там подвески нету. Головка на 14, откручиваем болт, снимаем стойку стабилизатора, выдавливаем металлическую втулку и выдавливаем резиновую втулку. Так. Как бы нам одеть накидной ключ? Дыра не слизывает. Ну что, нам кажется, повезло. Откручивается болт. Сейчас мы почистим, а гайку мы заменим. А потом будем собирать. Мы ее помажем смазкой. Втулка даже без нагрузки, она болтается. Вытаскиваем железную. Ее тоже уже коррозия подъела. И вытаскиваем резиновую. Внешняя втулка смотрится как нормальная, но по факту она мертвая. Новая втулка у нас идет под номером 90-385-13-004. Металлическую втулку номер напишу в комментариях, в описании, потому что пакетик выкинул хозяин. Берем, заводим втулку и вставляем ее. Все. Вот она стоит уже. Довольно-таки плотно. А внутреннюю втулку мы загоняем через шарик. Или через шарик, или сейчас посмотрю, если шарика не будет, через болтик. Ну, быстрее всего, подберем какой-нибудь шарик.
берем вот такой вот шарик из подшипника и заталкиваем втулку. Все, втулочку запихнули. Теперь одеваем стойку стабилизатора и закручиваем болт. Гайку взял новую, а болт мы мажем медной смазкой. И затягиваем. Все стоит как новое. Аналогичным образом меняем вторую сторону. Меняем втулки стабилизатора. Берем фирмы Линкс. Номер втулки C9237. Вот такая вот втулка, вот такой вот формы. И устанавливаем их. Снимаем старую. Здесь видно, что металл набитый. Она уже болталась в этом месте. Ставим скобу и наживляем. И таким же образом наживляем вторую сторону. Все, наживили, протягиваем. Все, стабилизатор мы втулки поменяли. На этом все. Всего вам доброго.